Яркие зернышки плоды кофе аравийского вот на кофейном дереве. Внутри они чем-то напоминают мякоть их, действительно, арбуз или дыня. Его называют старый дед. Это араукария. Растение, которое росло еще при жизни динозавров. Очень популярен, и все любят его здесь посещать и восторгаются. Бамбук. Мы сейчас в одной из удивительных оранжерей ботанического сада, как ее называют ласкательно, лимонарий, оранжерея цитрусовых растений. Здесь представлена коллекция, которая начала формироваться еще в 90-х годах прошлого столетия, и сейчас представляет собой вот такие удивительные растения с плодами. Мы открыли ее для посещения, и вот все могут действительно в это время полюбоваться вот этим витамином D. Апельсины, мандарины, лимоны, цитроны – все это есть в нашей коллекции. Около 100 сортов цитрусовых растений – это наша коллекция цитрусовых в этой оранжерее. Вот сейчас мы с вами идем, и прямо перед нами апельсин. Очень хороший сорт. Апельсины, правда, не оранжевые, как они обычно в теплых странах. Они у нас немного желтые, но это их не портит, потому что они тоже имеют хороший вкус, сочные и ароматные. Один из таких ретро-сортов, я бы сказала, это сорт мандарина сочинский 23. Дело в том, что первые растения у нас появились где-то в 70-х годах прошлого столетия молодыми небольшими растениями, привезенными вот именно из Сочи, из Абхазии, и они вот постепенно пополнялись в тропической оранжереи и вот создали основу нашей коллекции. И вот до сих пор вот эти вот сорта присутствуют в нашей коллекции. Я бы даже сказала, что это ретро-сорт, вот мандарины, которые известны в Советском Союзе, вот к Новому году, в зимнее время они были очень популярны. Кроме таких цитрусовых растений, у нас растут еще и тропические. Например, вы сейчас видите банан, и цветок банана, и сами плоды, которые, вот видите, сейчас начинают потихоньку созревать. Конечно, в этой коллекции, как вы уже заметили, больше всего присутствует сортов лимонов. Да? И вот один из таких оригинальных, на который все обращают внимание, это лимон новозеландский. Чем он отличается, чем он оригинален? Вы посмотрите, как он выглядит. У него сразу бросается в глаза вот эта вот его форма. Максимальный вес до больше килограмма. Вот такие первые плоды, они очень крупные. И крупные они за счет того, что у него очень толстая цедра. До 4 сантиметров доходит толщина этой цедры, но она вкусная. Из нее делают цукаты. Немного, ну, есть такое, наверное, по технологии. Ее выдерживают в сиропе, в сладком, эту цедрочку. Потом высушивают или вялят, и получаются очень вкусные такие вкусняшки, цукаты. Вот этот лимон этим, собственно, и славится. Среди таких тоже очень популярных лимонов – это лимоны селекции Китая мейеровские. А чем они популярны? Тем, что это один из сортов, который цветет и дает урожай два раза в год. Они небольшие, они очень аккуратные, тонкая цедра, а когда вы их разрезаете, этот аромат, он просто разносится по всей территории и чувствуется далеко за ее пределами. Их и называют еще иногда детские лимоны, потому что они не очень кислые. Витамина С здесь около 30%. Если сравнивать, например, вот с таким сортом, как Пандероза или вот с Корневицки, то здесь витамина С более 60%. То есть вот есть разница, поэтому они не очень такие вот и кислые. Одно из интересных растений, тоже тропических, я сказала, что кроме цитрусов у нас есть и тропические, это папайя. Папайя – удивительное растение, любимое в Центральной и Южной Америке. Это растение, которое быстро растет. Это растение, которое дает много плодов, урожайное очень. И вы видите, вот такие вот какие-то вытянутые, длинные, как кабачки. Внутри они чем-то напоминают мякоть их, действительно, арбуз или дыня. И их еще называют дынное дерево. В Юго-Восточной Азии у китайцев, у японцев они более мелкие, и их называют тыквенным деревом. Они оранжевые плоды,
Вот, и мякоть вот такая вот, как у нас действительно у тыквочки, но сладкая. Это растение, у которого нет веток. Посмотрите, как идет ее ствол, и сверху такой большой зонтик вот этих как бы сложных листиков. Образует вот эту шапку, где всегда есть цветы, и образуются вот эти вот плоды. Очень посещаемая оранжерея, как мы называем экспозиционная, в которой мы сейчас находимся, она работает круглый год. И поэтому сюда можно заглянуть и зимой, и весной, и летом. И всегда увидеть что-то новое, что-то интересное. Вот сейчас очень красиво цветет камелия. Камелия японская. Растение удивительное, привезенное из Японии в Европу еще в 17 веке. И она, конечно, до сих пор очаровывает своим цветением именно вот в такое вот позднее зимнее время. Очень популярен, все любят его здесь посещать и восторгаются, бамбук. Бамбук – известное растение, известно и по литературе, известно как строительный материал, как материал для изготовления бумаги, тканей. А дети очень хорошо сразу вспоминают, что это любимое лакомство для мишек бамбуковых и для вот таких животных, которые сейчас тоже очень известны и популярны и в литературе, и вот можно их видеть и по телевизору. Кроме таких растений, которые знают многие, есть растения, не часто встречающиеся, но тоже очень известные. Например, у нас здесь растет и камелия горная, которая цветет с сентября месяца, и лиана. Лиана, которая даже внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Это филодендрон, одна из самых длинных лиан в мире. Такие крупные листья большие. Она у нас еще молодая, только начинает, видите, подниматься. Но, тем не менее, это тоже гордость ботаников и вот тропических лесов. Очень популярна наша елка. Это араукария. Растение, которое росло еще при жизни динозавров. Они поедали вот эти вот мягкие, у нее иголок нет, а еще такие пластиночки. Вот они лакомились ими, и им это нравилось. Она до сих пор радует своим и ростом, и вот развитием. Хорошо растет в странах, где такой мягкий, немножко морской климат, влажный. Они хорошо себя там чувствуют. Ну и у нас за ней ухаживают, и она, видите, такая, как красавица новогодняя. Кстати, это гордость ботаников. Эта араукария дала ветку хвойным растениям. Это елки, сосны, можжевельники, которые сейчас представляют отдельную тропинку. И вот она, видите, как бы их прародитель. Какие тропики без пальм? Вот одна из таких красавиц растет здесь, в нашей оранжерее. Это вашингтония. Такие богатые крупные листья. А если представить, что она достигает высоту где-то 10 метров, и сверху вот такое большое гнездо этих красивых листьев, она очень хорошо смотрится вот в семействе своих тоже сородичей. Растения с плодами, такие как, например, какао, шоколадное дерево, его плод такой яркий, вот он уже созрел, желтый, а внутри до 50 шариков бобов, из которых потом делают вот эти наши вкусные шоколадки и конфетки. Яркие зернышки плоды кофе аравийского вот на кофейном дереве. Когда они уже начинают созревать, они становятся красными, потом немножко бордовыми, и уже их можно снимать и готовить из них тоже кофейный напиток. Мы с вами в удивительной оранжерее. Смотрим удивительную коллекцию. Это кактусы, суккуленты. Это растения, которые не растут у нас просто вот за нашим окошком или в нашем саду. Это растения должны содержаться в определенных условиях. Если говорить о оригинальных, то я бы сказала, есть такие, например, литопсы. Вот они их называют еще просто такие природные камешки. Да? Посмотрите, действительно, они растут в горшочке, где сверху посыпан вот такой вот грунт камешков. И даже не отличишь, где действительно растение, а где лежит камешек. Вот они настолько вот вписываются в эту среду. Растения засушливых зон, растения там, где выпадает малое количество дождей, где большие перепады температуры, и они к этому приспособились, то есть в себе накапливают влагу и вот, видите, подстраивают, чтобы их никто не съел, наверное, и
не испортил, что ли, не стал на них какое-то животное. Вот они приспособились, видите, такой вот под цвет этих камешков. Вот одно из таких тоже интересных растений этой коллекции – это алоэ. Алоэ вообще очень популярно сейчас. В доме его называют «домашний доктор», потому что сок алоэ пользуется большим авторитетом и успехом. А вот это алоэ, видите, какое оно оригинальное? Его называют «алоэ устрашающее». Все его листья, они в таких мелких колючках. А в этом году, вот вы можете даже увидеть цветение алоэ. Обычно говорят, вот столетник. Почему? Потому что считают, что алоэ цветет раз в 100 лет. Нет, они цветут, как и обычные растения. Им нужно тоже оставить потомство, то есть свои семена. Вот. Но в оранжереях они цветут гораздо чаще. И вот вы видите сейчас цветение вот такого оригинального экземпляра, вот алоэ устрашающее и с его цветами. Чем нас удивить может вот такое растение? Оно называется, так его называют, толстянка, или это красула, которая относится к суккулентам. Она цветет, и цветет в это время, посмотрите, какие цветочки. Удивляет тем, что в нашем цветоводстве, в домашнем, она часто встречается. Но вот увидеть ее цветущую – это большая редкость. И вот сейчас вы можете здесь у нас ее как раз и понаблюдать. Первый кактус появился у нас из Бразилии. Считается, что родина кактуса – это Бразилия. Бразилия, Мексика – вот там очень много этих растений. Вот они и съедобные, они оригинальные, из них и строительный материал, и вообще используют в жизни вот эти растения. Но вот в Бразилии, например, очень интересный вот такой цириоз. Вот у нас он еще небольшой, его называют старый дед, потому что у него белые вот такие иголки, они отрастают еще больше, они прям так свисают бородой такой большой, потом старые ломаются. Вот очень оригинальный, достигает довольно больших размеров и в толщину, и в высоту. Вообще цириосы местные фермеры используют для ограды. Они их сажают так, в общем-то, по территории своего вот этого участка. Когда они подрастают, становятся шире, выше, ну, получается такая очень красивая зеленая, такой зеленый заборчик. Вот их там используют. Самое, я бы сказала, здесь тоже оригинальное и удивительное растение, кактус, это блосфельдия. Это миниатюрный кактус, который считается одним из самых маленьких в природе. Он привит на другой, чтобы был немножко повыше, потому что они совсем маленькие, малюпасенькие такие. Его еще называют вот миниатюрный или крошечка. Вот такой вот интересный, видите, оригинальный в нашей коллекции тоже есть такой кактус. Вот здесь представлена, вот видите, такая дорожка, цириосы. Это очень крупные, большие кактусы. Один из самых крупных, сагуара, достигает 15 метров в высоту. И это растение, которое пользуется большой популярностью у латиносов, потому что это и строительный материал, и пища, которая тоже употребляется, и растение, в жизни очень-очень популярное.